Приветствую, леди и джентльмены, меня зовут Слава Грис, я разработчик таких игр, как Pharmonium Cat Maze и Reflection of Mine, и в этом ролике мы с вами подведем итоги 2003 года. Нет, не 23-го, потому что с ним уже все понятно, а окунемся во время, когда трава была зеленее, и разберемся, так ли это так, действительно ли она была зеленее. Для нашего исследования этой чудной эпохи мы будем использовать старую игровую прессу, которую я так люблю, а в данном случае 6 выпусков страны игр, которые вышли в летом 2003 года. Я обожаю шуршание бумаги, я обожаю структуру этих журналов, я обожаю эту верстку, такую хитрую, интересную верстку, которая куда сильнее радует глаз, нежели современные такие прямые столбцы текста на современных информационных ресурсах. Я обожаю это читать и хочу поделиться этой любовью с вами, а потому встречайте новую рубрику «В мире журналов». И начнем мы с новостей индустрии. В 2003 году был сделан анонс PSP. Что интересно, сама PSP была презентована публике только в 2004 году. Sony планировала продать за первое время существования консоли 10 миллионов экземпляров. Учитывая, что за 9 лет они продали 80 миллионов экземпляров, в целом я считаю, что их планы были вполне себе реалистичными и вполне себе исполнились. А в том же году французы из Infor Games купили остатки Atari и переименовались непосредственно в Atari. Так что если сейчас вы где-то видите этот логотип или продукцию, выпущенную после 2003 года под этим логотипом, то имейте в виду, что эта компания не имеет никакого отношения ни к старым консолькам Atari, ни к захоронениям картриджей, ни с этими скандалами с инопланетянином. Это уже совсем другая конторка. Это Infor Games, собственно, издательство, которое издавало в свое время такие игры, как Driver, Oddworld и Unreal Tournament. В том же году Nintendo отмечала 20-летие своей консоли Super Famicom, известной у нас на родине как Dendy. И Nintendo закатила весьма своеобразный праздник, она просто нахер закрыла все заводы, которые производят NES. И под шумок они еще закрыли заводы, которые производят и SNES. Вот такое отмечание 20-летнего юбилея великой консоли, которая возродила консольный рынок в Соединенных Штатах. После того, как Atari его, кстати, чуть не угробила. А по мнению президента Nintendo, усатый водопроводчик якобы устарел 20 лет назад, да про него до сих пор выходят игры и в него до сих пор играют. А также в 2023 году принято жаловаться на цены на AAA игры, то что они стоят по $60-70, а вы посмотрите на эти цены в этой рекламной брошюрке, $84 за игру на GameCube, это вполне себе разумное предложение. И с одной стороны, пользователь все так же, как и в наши дни, должен отдать пол жопы за то, чтобы поиграть в игрушку, с другой стороны, он в те дни получал игру на физике, а физика, она, между прочим, не дешевеет. И сейчас та же самая Skies of Arcadia из этого журнальчика на физике, она стоит гораздо дороже, чем $83. Так что игры можно было рассматривать как инвестиции и терпеть с таким подходом эти цены. Но я не думаю, что 14-15-летние игроки так относились к покупке физики и все равно жаловались друг другу на форумах, что игрушки стоят очень дорого. Ну и разумеется, главным событием лета, каждого вообще лета, кроме 2023 года, было E3. В наши дни E3 сейчас уже не проводится вот в таком вот формате вне сетевом. E3 была огромной конференцией, на которой презентовалось большое количество проектов, и давайте просто я вам кратким списочком по верхам так пробегусь по проектам, которые были оглашены в 2003 году. Unreal Tournament 2004, World of Warcraft, третья часть Дума, Vampire the Masquerade, Bloodlines, Star Wars Knight of the Old Republic от BioWare, вторая часть Black and White, PS-версия первой части Halo и вторая часть Halo на Xbox, третья часть Thief, очень удачный Return of the King по Властелину колец, сиквел Deus Ex, Prince of Persia Пески времени, третья часть Metal Gear Solid одновременно с ремастером первой части, вторая часть 10 части Final Fantasy, разобраться в этом чуть проще на самом деле, чем кажется, Beyond Good and Evil, вторая часть Soul Calibur, первое трехмерное Castlevania, первое нормальное трехмерное Castlevania, вот этого кошмара с Nintendo 64 мы будем делать вид, что его никогда не существовало. Я говорю про первую нормальную трехмерную Castlevania.
и на закуску Stalker The Oblivion Lost. Я с этого списка назвал только игры, которые до сих пор у кого-то на слуху и которые до сих пор являются частью очень популярных франшиз. Я не упоминал особо игрушек, которые вот лично в моем сердечке находятся глубоко. Допустим, тогда презентовали Sword of Mana, которую я всем сердцем люблю. А также на Соньку вторую презентовали Drakengard. Это проект от Йоко Таро, который позже превратился в Нир. То есть изначально было две части Дракенгарда. Опять же, две части — это первая и третья. Второй части делаем вид, что не существует. Йоко Таро к ней не причастен. А потом все это превратилось непосредственно в Нир Автомату, которую знают как бы уже все. И, конечно, вторая часть — Fatal Frame. Вообще, в наши дни высококачественные ужастики с фиксированной камерой выходят вообще раз в пятилетку. А тогда это была прям золотая эпоха этого жанра. И это было очень круто. Одна Fatal Frame, вторая, стоит вообще, на мой взгляд, всего E3. И стоит ли упоминать, что в некоторые игры до сих пор играют. World of Warcraft цветет и пахнет. Вопрос в том, как он пахнет. Что любопытно, так это то, как встретили нового трехмерного принца Персии. Дело в том, что в те времена еще не забыли, насколько офигенной была первая часть от Джонатана Мехнера. Потому, когда игровая пресса увидела вот нового такого бомжеватого принца, который на самом деле-то принцем и в первой части особо таким солидным-то и не был. Увидели этот 3D-графоний, все в один голос заявили, что это не принц Персии, что это какой-то бомжара, да, у него хорошая аниме, но это не принц, верните нам нашего принца. После какого-то время маркетинга этой замечательной игрушки журналисты переобулись и в итоге поняли, что перед ними действительно очень хитовый и очень крутой проект. Ей была посвящена куча хвалебных от, и что интересно, Prince of Persia обещал быть эксклюзивом на Соньку вторую. И такое ощущение, что эти слухи, они были просто профинансированы Sony, чтобы люди типа заранее покупали приставочку, чтобы когда-нибудь там в будущем поиграть в Prince of Persia, потому что эксклюзивом Соньки второй Prince of Persia не стал. Или стал. Тут, знаете, такой эксклюзив Шрёдингера, потому что вы посмотрите на эти даты выхода. На Xbox в Америке Prince of Persia вышел на 3 дня раньше, чем на PS2 в Европе, но при этом американцы на PS2 увидели игру на 8 дней раньше, чем на Xbox. Европейцы с Xbox и японцы с Соньками ждали игру потом еще несколько месяцев. Что за ерунда там творилась на выходе? Интересно в статьях про Prince of Persia и то, что частенько вспоминает и Лару Крофт, которая в 2003 году тоже очень так мощно гремела. И здесь ее как раз сравнивают с оригинальным Принцем Персии, называя духовным наследником. Сейчас в наши дни редко услышишь такое сравнение. Как ни странно, за бортом со всем этим шумом остались CD Projekt Red, тихо-тихо презентовавшие своего первого Ведьмака. Кто бы знал, во что в итоге все это вольется, в какую эпопею превратится, никто не знал. Это зарождалось все в 2003 году. И там же, вне поля общего зрения, осталась игрушка Sacred, очень дорогая моему сердцу, известная многим как Князь Тьмы. Дело в том, что это единственная игра, которую от и до я прошел с клава-мыши, а не с контроллера. И в 2003 году все с замиранием сердца ждали такого гениального проекта, как Fable, за созданием которого стояла дочерняя компания небезызвестного Питера Мулинье, и первый ролик по которой вы видите сейчас на экране. Особенность Питера Мулинье как разработчика, она заключается в том, чтобы наобещать так дохера, придумать таких почти невозможных механик, что стоит ему исполнить хотя бы половину обещанного, а про вторую половину забыть, игра все равно получится крышесносной, и таким, собственно, Fable и получился. Использовать любой предмет как оружие нам не позволили, деревья в реальном времени не росли, да и кооператива нам не завезли. Но механику с тем, что наш образ и наше поведение влияет на наш внешний вид в игре, оставили. И я не могу вспомнить даже в каких еще ролевых играх применялась такая механика. Я вот, допустим, начал прохождение Фейбла за мага, мне было 15. И учитывая, что я был магом, я облысел. И я такой сейчас, блин, смотрю на это, вспоминаю и думаю, может быть, я волшебник? Фейбл, если не лечить раны, то на персонаже остаются шрамы. Я бросил прохождение за воина, когда у меня выпал глаз. Я в восторге от мира Фейбл. Это очень круто, что он не является такой открытой пустошью, как сейчас принято. И на этот счет Мулинье выдал интересную мысль. Игроку нужна большая красная стрелка, которая будет показывать, куда ему идти дальше. Обещали, кстати, игру выпустить к 2003 году, но выпустили только к 2005. Не меньше ажиотажа вызывала, разумеется, и Half-Life 2, которая до сих пор вызывает ажиотаж.
Ей сразу причислили статус хита и много и долго говорили про Source Engine. Это такой крутой физический движок, который позволял нам всем развлекаться с грави-пушкой и на модификациях которого запилили потом Postal и Left 4 Dead. В качестве маркетинга разработчики Half-Life выкатили огромный 20-минутный трейлер игры, который вы сейчас и видите. И, кстати, издавала Half-Life Sierra, которая позже слилась с Blizzard. Это любопытно, потому что сейчас игры от Blizzard на платформе от Valve — большая редкость. То есть вот как далеко разошлись их дороги. На фоне вообще всех этих сногсшибательных анонсов, которые обычно происходят на E3, очень легко затеряться в игровых новостях, потому лето всегда является таким тухлым сезончиком для выпуска крупных игр. Крупные игры стараются не выпускать. Забавно, что сейчас эта тенденция сохранилась, даже с учетом того, что от E3 не осталось ни хрена. В 2003-м по этой причине относительно негромко вышел порт GTA Vice City на ПК. До этого игра достаточно долгое время существовала эксклюзивно на консолях, а именно на Sony 2. А за день до начала лета вышла игра от студии, чье название нам всем сейчас знакомо — From Software. Она выкатила в Европе Armored Core 3. Примечательного в этих битвах роботов немного, но для общего развития стоит знать, что From Software не всегда делала соусы, и на самом деле история этой студии богата на игры самых разных и любопытных жанров. Летом также отличным ходом было выпускать не полноценные игры, а аддоны к ним. Так, например, жаркое лето разбавил холодком Warcraft The Frozen Throne. Я думаю, именно эта версия игры и вспоминается всеми, когда речь заходит о третьем Варкрафте. Так что выход этого дополнения — это почти так же круто, как и выход самой игры. А вдогонку к Морозному Трону игроки могли поиграть в Guardians of the Light для Disciples 2 и аддоном Blood Moon для Моровинда, установка которого, кстати, затирала диалоги Трибунала и портила игру тем, кто установил предыдущий патч. Наверное, по этой причине вышедший ранее Трибунал, он чутка более популярен, чем Blood Moon. Но все равно, несмотря на то, что лето — это весьма бедный сезон для крупных игр, игрокам летом все равно было чем заняться, потому что прямо перед летом вышла наконец-то в Европе Blood Rain, которая стала впоследствии весьма успешной франшизой, хотя и встречена была критиками весьма прохладно. Также летом игроки явно все еще изучали мир Zelda Wind Waker, вышедший в мае на GameCube, а в самой стране игр, помимо холедного обзора на эту игрушку с такой нестареющей графикой, опубликовали схему уже успевших выйти на момент 2003 года частей Зелды. В этой схеме можно было запутаться еще 20 лет назад, сейчас ты там вообще хрен разберешься. Такая же табличка вышла, кстати, и по игрушке Worms, и приурочена она к скорому выходу Worms 3D, игры из той эпохи, когда Team 17 делала игры, а не выпиливала их из Стима для Ру-региона, в котором, собственно, часть разработчиков и издаваемых ими игр и находится. Но вернемся к японцам. Японцы вообще, кстати, игнорируют правило не выпускать суперхитов летом, потому что у них есть своя E3, она называется Tokyo Game Show и проводится осенью, вот тогда они не выпускают хитов, а летом вполне можно. Летом вполне можно выкатить Silent Hill 3. А точнее, выпуск был растянут на май, июль и август. Я большой поклонник ужастиков от третьего лица, и для меня это было событием года. Я бы, правда, разочаровался, когда Хезер нашла огнестрел, но тем не менее был бы доволен. Silent Hill 3 — это отличная игра и все еще достойный представитель жанра, который находится где-то на грани шутана и ужастика. Блин, музыку оттуда я слушаю до сих пор. У меня на компьютере пылятся все еще те же самые музыкальные файлы, которые я скачал в 2003 году с этого пердящего такого звенящего модема. Это вот все они же и все их же я периодически включаю. И поиграть в Silent Hill 3 можно было сразу после прохождения Castlevania Aria of Sorrow на Game Boy Advance. Это третья игра серии на GBA, и гениальность ее сложно переоценить. Metroidvania вообще редко приближается по качеству к линейке Castlevania с GBA и Nintendo DS. И я вообще в шоке, что цикл разработки этих монструозных проектов занимал всего год. Каждый год выкатывалась новая игра по Castlevania, и при этом этот конвейер, в отличие от многих других конвейеров, все еще выдавал качественные игры. Удивительное явление, пожалуй, самое удивительное в игровой индустрии. Game Boy Advance вообще радовали играми. Тем же летом вышла Sonic Advance 2.
И ее очень тепло встретили, потому что разработчики игр по Сонику, они всегда будто бы делают одно и то же. Они выпускают хорошую 2D игру с ураганным игровым процессом, вот как было на играх на Sega. Этот процесс прет всех и каждого. Потом они ударяются в какие-то эксперименты, выпускают кучу каких-то шизофренических игр по Сонику, а затем снова возвращаются к истокам и снова всем сносят башку. Такую тему они провернули с Sonic Advance, такую тему они провернули с Sonic Mania, и такую тему, я думаю, они провернут еще в будущем, потому что, блин, эта формула работает и не позволяет Сонику умереть. Также перед самым летом вышла Enter the Matrix от Shiny, той самой Shiny, которая подарила нам червячка Джима. Эта игрушка была приурочена к выходу второй части фильма по Матрице и рассказывала такую параллельную историю. И если вы поклонник Матрицы, а эту штуку пропустили, то рекомендую. Игра неплохая, если перетерпеть первые пару уровней. А так как в написании сюжета участвовали Вачовски, то все происходящее тут можно считать каноном. А мне она напоминала второго Макса Пейна, а это чертовски достойное, на мой взгляд, сравнение. Что удивительно, Макс Пейн свои вот эти вот слоу-мо движения взял как раз из Матрицы, и потом, когда вышла игра по Матрице, Матрицу сравнивали уже с Макс Пейном, хотя он взял все из фильма. Вот как любопытно работают сравнения. Вообще, выпускать блокбастеры в кино ближе к лету — это отличная идея, и к этим блокбастерам частенько приурочены и игры. Таким образом, в свет вышла и новая часть уже упомянутой мной Лары Крофт. Игра называлась Angel of Darkness, и именно ее хреновое качество авторы фильмов называли главной причиной провала фильма. Игра вышла и правда весьма средненькой, но забавляет то, как кор-дизайн относится к маркетингу. Так, например, в нулевых они выпустили эксклюзивный уровень для читателей лондонской газеты The Times, где Лара брала задание от главного редактора этой газеты. К выходу же своей новой игры Core Design позволяла бесплатно заказать сотрудникам в офис на пару дней стойку с Сонькой второй и новой Ларкой, установленной на нее. Но такие хитрые рекламные кампании, они не помогли Ларе стать хорошей игрой, и следующие части Ларки делали уже не Core Design. Разработкой новых Лары Крофт занялась Crystal Dynamics, у которой эта работа получилась получше, чем у Core Design. Core Design были верны себе в одном, каждая новая часть Лары была все хуже и хуже и хуже предыдущей. И развивая тему блокбастеров, в 2003 году в кинотеатрах появились «Пираты Карибского моря», первая непосредственно часть. И к ней же вышла и игра. Вы помните, кто делал игру по «Пиратам Карибского моря»? Акела. Потому что изначально игра разрабатывалась как продолжение «Корсаров», но Disney, они заинтересовались наработками российской команды и взяли ребят под финансовое крыло. В итоге игра по «Пиратам Карибского моря» имеет приписку «Корсары 2» только в России. На Западе же приписку Sea Dogs оставлять не стали, ибо там франшиза не особо-то и популярна. То есть там игра называется просто «Пираты Карибского моря». К фильму этот проект имеет так себе отношение, игру с кино объединяет только название и наличие черной жемчужины, а также рейтинг. Чтобы продать игру детишкам, Disney попросила Акелу выпилить сатанистов, которых переименовали в итоге в язычников. Всегда ходили слухи, что Акела хотела еще оставить в игре портовых проституток и что они вообще планировались, но я подтверждения этому не нашел. Если вы найдите, скиньте в комментарии. И сейчас, кстати, самое время туда спуститься и поставить этому видео палец вверх. Если вам мало фактов для пальца вверх, то вот еще один. NVIDIA и ATI Radeon на E3 использовали игру от отечественных разработчиков, непосредственно «Пираты Карибского моря», чтобы продемонстрировать мощности своих технологий, чтобы показать графон. Собственно, всему миру графон показывался на проекте от русской компании. Ну, гордость берет же, круто, да? А в 2003 году также немцы наконец-то выкатили на европейский рынок Готику 2, которая намногим позже вышла, чем в Германии. Что странно, ибо Германия — это тоже европейский рынок, но почему-то в Германии игру можно было купить какое-то время до того, как она вышла в Европе. Несмотря на то, что Готика 2 была оценена хуже, чем тот же Morrowind, свой культовый статус она получила. И весьма, я хочу сказать, заслуженно. Залипнуть в этой ролевой игре было проще простого. Огромный продуманный мир, куча всякой шизофрении, которую можно творить, и все это очень захватывало. Мне было играть в это любопытно, хоть скажу честно, до конца я ее и не прошел. Если там вообще конец. А в то же время австрийцы выкатили Neighbors from Hell, известную у нас как «Достать соседа». Благодаря крутой локализации многие думают, что это игрушка от отечественных разработчиков. Нет, это игрушка, где мы мучаем своих соседей, не от отечественных разработчиков. И опять же,
несмотря на то, что оценки у нее были весьма низкие, игра свой культовый статус получила, потому что даже спустя 20 лет еще никто не сделал ничего настолько же веселого по доставанию своих соседей, которые шумят, которые мешают спать и существовать, и которым очень хочется отомстить всем и каждому. И вот то, что я перечислил, по меркам 2003 года, это летний застой. Вот она, планка качества, вот как выглядит застой. И, кстати, с железом дела обстояли не менее интересно. Давайте поговорим про него. Новости железа. Любопытнейшей железячкой является LCD-экран для Sony 1. Он позволяет играть в PS1 везде, где есть розетка или автомобильный аккумулятор. Тут экран 5 дюймов, и, что интересно, он засветился в прессе еще в 99 году, но лишь спустя 4 года добрался до пользователей по цене в 115 баксов. Изобретение, конечно, интересное, но если у вас под рукой есть розетка, то вы и так можете поиграть в Sony 1. Если бы эта штука работала от внутреннего аккумулятора, конечно, было бы гораздо-гораздо прикольнее. Тем не менее, Sony все равно пыталась дальше радовать пользователей всякой оригинальной техникой. Тогда она анонсировала PCX. Это устройство, которое вышло только в Японии, и оно совмещает в себе полноценный DVD-плеер и Соньку вторую. Что любопытно, на запуске Сонька вторая позиционировала себя как полноценный DVD-плеер, чтобы выиграть у Dreamcast в конкурентной борьбе. Таким образом, некоторые семьи покупали себе Соньку вторую, чтобы взрослые дети смотрели киношку, а мелкие дети играли в игрушки. Только как DVD-плеер Сонька вторая полное говно, и выход PCX, оно это признает, то что они спустя уже несколько лет после выхода консоли на рынок наконец-то сделали штуковину, которая действительно является отличным комбайном DVD-плеера и непосредственно игровой консоли. Вышла эта штука только в Японии и не пользовалась особым успехом. Маркетинговая компания Sony победила здравый смысл. Соньку вторую все еще воспринимали как относительно неплохой DVD-плеер. Тем же летом Sony выпустила суперминиатюрную камеру, ведь тогда были нулевые и тогда было модно делать технику очень маленькой. Снимал это чудо в размере аж до 1600 до 1200 пикселей и стоило, мать его, $3194. Вообще, разнообразие какой-то сумасшедшей техники в те дни поражало. Вы зацените этот КПК с хитрым названием PGUX40 за 700 баксов. Он выглядит, на мой взгляд, просто очаровательно, но его функционал в наши дни, конечно, не очень понятен, разве что использовать его для переписки во всяких там мессенджерах, печатать на нем явно удобнее, чем на смартфоне, то функционал вот этих часов, он ясен и прекрасен. Это часы с USB-флешкой и таким хитро спрятанным в ремешок проводов. Памяти там всего 128 метров, это, конечно, дофига на момент 2003 года, но в наши дни такие чудо-часики нужно модифицировать. Активную рекламную кампанию Sony вела со своей EOTOY. И что интересно, вы посмотрите на этот стиль и на этих персонажей, он вам ничего не напоминает? Дело в том, что в том же году были сверхпопулярны Gorillaz со своим клипом Clint Eastwood. И, кстати, эта песня почти полностью написана на готовом пресете старого синтезатора от Apple. Послушайте. И вот китайская копия этих персонажей блистает на рекламе новой приблуды от компании Sony. Неужели ей не хватило денег, чтобы привлечь настоящих Gorillaz? Это было бы круто, а не так позорно, как то, что мы видим на этих картиночках. Удивительно, что EOTOY разработана в Америке, а не в Японии, ибо это воистину японское приспособление. К телевизору крепилась камера, выводящая изображение играющего сразу на экран. Поверх накладывался слой с визуальными элементами игр, и играющему приходилось скакать и прыгать. Никаких моушн-контроллеров тогда не было, играть приходилось при полной иллюминации. То есть так, чтобы камера вас видела четко и контрастно. Отдельного внимания, кстати, заслуживает инструкция к этой удивительной железяке. Устройством управления будет ваше собственное тело. Да, верно. Пошевелите руками, или головой, или любой другой частью тела. Только не забывайте, вокруг вас должно быть достаточно места.
Помимо Sony, железом выпендривались и китайцы. Китайцы вообще всегда выпендриваются железом. И была и есть такая контора, как Lixeng International. Она производила всякие периферийные устройства без каких-либо лицензий и на игровые консоли, и на прочую другую технику. Она в 2003 году даже проиграла Nintendo 641 тысячу баксов за предоставление пользователям возможности записывать игры на картриджи. Тем не менее, их это не остановило. Ребята продолжали производить всякую дичь. И любопытная дичь выглядит так. Эта штуковина называется Dreamcast. Это портативный Dreamcast, работающий от автомобильного аккумулятора. Вещица в наши дни весьма дорогая, редкая и, черт возьми, правда, очень интересная. В 2003 году такие всякие штуковины издавали и менее крупные компании, не ставящие все вот это производство на поток. Так, благодаря стране игр, я узнал об эксклюзиве на Xbox Steel Battalion и сумасшедшему контроллеру к нему. Выглядит он действительно очень круто. Он используется только в одной игре и стоит полжопы. Сотрудники страны игр отдали за него 300 баксов и провели любопытные расчеты, что весь комплект, необходимый для игры в это чудо, а именно сама приставка, телек, игра и стол, обойдутся в $2000. За эту сумму в 2003 году можно было 15 раз прокатиться на танке времен Второй мировой. Я понятия не имею, доступна ли эта сумасшедшая услуга сейчас, но сам контроллер вы еще можете найти на eBay и за все еще весьма внушительные деньги. Помимо всего прочего, мне очень понравился рекламный ролик для японского рынка. И напоследок рубрика «Интересные факты». Благодаря интернету и все еще живому сайту english.com можно узнать о японских неологизмах и всяких сокращениях имен. Например, Red Hot Chili Peppers — это Рэчил, а Шварценеггер — это Сюватян. И из этой же заметки можно узнать про удивительный автомат Бунга-Бунга, где рукой в перчатке нужно тыкать в макет человеческой задницы, выбрав, кому эта задница принадлежит, там, начальнику вашей бывшей или еще кому-то. На соседних страницах того же номера ругают сплюснутые PAL-версии игр и поясняют за разницу 50 и 60 Гц. В наши дни, когда картинку 4 к 3 принято растягивать до 16 к 9, страданий журналистов того времени, наверное, не понять. Но суть в том, что ленивые порты игр для европейского региона сплющивали картинку, делая персонажей маленькими и толстенькими. Странно, что не было предложено решение, которое использую я, а именно зайти в сервисные настройки телевизора, и если это кинескоп, картинку можно вытянуть обратно без потери качеств. Видимо, журналисты не хотели, чтобы детишки просто разнесли в пух и прах свои телевизоры, потому что так его правда можно сломать. А еще спустя аж 3 года после выхода первой части Max Payne, некий рестлер с псевдонимом Max Payne подал в суд на сразу кучу компаний за использование его имени. Чем история закончилась? Хрен его знает, видимо, урегулировали все в досудебном порядке. А французское правительство будто раньше всех узрело выгоду в производстве компьютерных видеоигр и начало выделять на них гранты. В 2003 году на гранты было выделено 4 миллиона евро. Кстати, эти деньги на гранты выделяются до сих пор. Допустим, Trine и Dead Cells, они сделаны как раз на гранты французского правительства, и ничего плохого в этом нет. В большом материале про вред и пользу видеоигр есть достаточно большая информация об эпилептиках. Вы же все, наверное, можете вспомнить хоть одну игру, которая при старте предупреждает о том, что яркие вспышки могут вызвать приступ эпилепсии. И что эпилептикам в нее играть опаснее. Так вот, вспышки вызывают приступ у фоточувствительных эпилептиков, а таких всего 5% из всех эпилептиков. На каждую 1000 человек приходится 8 эпилептиков. И только 5% из этой восьмерки могут схватить приступ от вспышек непосредственно на экране. Вероятность, казалось бы, мизерная, и это делает такие сообщения абсолютно бессмысленными, и я бы, наверное, придерживался этого мнения, если бы при мне чувак реально не схватил бы приступ эпилепсии от игры видеоигру и не уехал бы на скорой нахрен, напугав всех окружающих просто до сердечного приступа. То есть на эти надписи плевать даже фоточувствительным эпилепсикам. Сама статья приходит, разумеется, к единственному верному выводу. Все хорошо в меру, и видеоигры в том числе. Но эту статью не читали, видимо, в Афганистане, где афганская полиция закрыла кучу магазинов, более 300, потому что они продают видеоигры, ведь видеоигры способствуют моральному разложению. И я был очень счастлив морально разлагаться в 2000...
2003 году. Я счастлив морально разлагаться и 20 лет спустя, и я рад, что мы здесь все вместе собрались, чтобы пообсуждать наше разложение. Если вам эта рубрика понравилась, то сообщите мне об этом, потому что я бы делал такие каждый сезон, подводя итоги года, который ушел от нас 20 лет назад. А пока что, если вы не поставили лайк, то сейчас последний шанс это сделать, последний шанс подписаться, чтобы не пропустить следующие видосы, в которых мы поговорим все-таки, наверное, про разработку игр. А пока что, всем счастливо, всем до встречи!